Давай, я не хочу туда идти. Не, ну, не, ну, слушайте, вроде игра не страшная. Вроде... Что это? Ты чё? Беги, беги, беги! Все, жопа. Высокую, то, короче, это будет просто, это будет очень ужасно выглядеть, оно будет все очень размывчато, не знаю, может, скорее всего, игруха еще это, ну, не до конца разработана. Итак, что у нас есть? Значит, вот этот наш главный, как я понимаю, противник, да, Next Level B1. Так, у нас есть лифт, давайте сейчас в лифт попробуем. Значит, у нас взаимодействует на кнопочку E. Ничего не происходит, но это база. Так, что у нас есть? Тут какие-то правила, ребят, за английский я не шарю, поэтому хрен с ним, давайте играть. Так, значит, что я вообще могу... О, газетка какая-то, тоже на нерусском написано. Так, о, комната, давайте зайдем сюда. Так, у нас есть камера, наверное, камера. Как аутлаж, что ли, сейчас будет у нас? Это что-то там очень... Окей. I don't know what's happening here. Хрен знает, что он говорит, ребят. В душе, как говорится, не чаю, но что-то говорит. Everyone, all the children and the other employees, they vanished without a trace. I'm the only one left. В душе, ребят, не чаю, что-то говорит. Why. Ну, я понял. I saw it. Я понял, что я ничего не понял. So horrifying, it haunts my every waking thought. Можно скипнуть, ребят, да? Ну, давайте посмотрим. Its appearance, it defied all natural laws. It had eyes in its mouth. Can you imagine? It's like a nightmare brought to life. I can't even begin to fathom its purpose or origin. Оп, оп, что будет? That shadow, it was just here. Давайте немножко звук потише сделаем, потому что этот ебот еще выскочит, но как наорет. Там, да, что-то ходит, там что-то ходит, видно, да. Searching. И значит, ходит. What does it want? Why is this happening? Ну все, ему жопа. Ему габела. I need help. I need to reach out to someone. Anyone who can explain this. If you're watching this, ну, ему габела 100%, короче, все. Ему жопа. Help. I'm trapped. Terrified. I don't know how much longer I can hold. Да. Ага. Так, это он был в этой комнате, да, как я понимаю? Скорее всего, он был в этой комнате, что-то лежал, отдыхал. Оп. 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 Ни хрена. Я могу, то есть... Я могу как-то её кинуть? О! Так это вообще имбушечка. Так, ну, ноги есть, ног... Но их нету. Ладно. Так, вот еще какая-то комната есть. Я могу шкафчики открыть? Я, наверное, думаю, тут то, что тут все. Так, как садиться? Вот, я сел. Бегать можно? Блин, бегать можно. Это ужасно. Ага, она открывается. Так. Коробки я могу тоже двигать. Может, тут что-то лежит? Не? Не, так. Камеры. А, вот он, как раз-таки, наш голубчик сидит. Какие-то машины. Давайте посмотрим, что там по машинам-то вообще. Ладно, давайте потом их посмотрим. Сейчас. Что я могу? Я могу шкафчики тут открывать? Нет, тут не могу ничего открывать. А эти? А эти могу, во. Опа, я что-то нашел, смотрите. А как мне коробку открыть? Наверное, никак, да? Так, ну тут у нас... Ничего нету. Опять коробка. Коробка. О, ключи. А я не знаю, что ключи, а что-то я взял ключи. Так, тут ничего. Коробка. Так. Все, вроде ничего нету. А, еще рычаг. А как в него? Я что-то открыл, не? Или типа он не сработал? Хрен его знает. Ладно, давайте сейчас еще посмотрим, что тут еще есть. Так, лифт не работает. А что так темно? О.
Мне туда не хочется сейчас найти. Как-то стремновато. А, вот дверь. Давайте сейчас откроем. Давайте на следующий левел, да? Не-не-не. Видно, не так все легко, как я думал. Так, ну у нас есть машины. Может, в машинах что-то? Два. Это что такое? Угу. Красный, два. А, это какие-то цифры. Опять какая-то загадка, да, тут в этой игре есть? Окей. Есть дверь. Ага. Мне кажется, надо было эти коробки откинуть, но давайте сделаем... А, вот. Я решил, короче, сломать систему. Я прошел без этого. Так, хрен с ними. Так. Ну понятно. Да. Загадка. Так, синий это у нас 5, зеленый 1. Синий 5. Синий 5. А как поставить? Ага, синий 5. Зеленый 1. Вроде бы, да. Красный 2. Красненький 2. Так, желтый еще есть. Желтый 3. Синий 4. Нет, стоп, это не синий, это какой? Это синий, вот он. Это фиолетовый, я дальтоник, ребята, я не понимаю. Это фиолетовый вроде. 4 фиол. Фиолетовый, нет, желтый фиолетовый, да. Желтый меньше. Не понял. Желтый меньше. Фиолетовый. А где фиолетовый? А, тут только розовый есть. Окей. Это 4, окей. Ну и белый, ясен хрен, у нас 6. Да, все, я подал электричество, погнали дальше. Так, рубильник я включил. Или я сразу лифт включил? Нет, скорее всего, только рубильник. Так, двери у нас... Двери закрыты, печально. Коробки поганые. Идите отсюда нахрен, вы мне мешаете. Так. Опа, у нас этот чувак ушел. У нас ушел Пуч. Пуч ушел. Так, ну электричество. А, вот, да. Сейчас работает лифт. Блин, а нельзя выйти отсюда? Ну, пожалуйста. Да нет. Так, ну мне на какой этаж надо? Где кнопки? А, я хотел выйти. Не получилось. Так, поднимаемся. Это двухсторонний лифт, не? Нет, сюда выйти точно не могу, да? А-а-а, подлагивает. Подлагивает игруха. Но у меня компьютер очень мощный, типа, нельзя, ну, не может лагать. Так. Чё есть? Это какая-то стена. Оно наблюдает за мной, не? Нет, не наблюдает. Блин, или наблюдает, хрен его знает. Ладно, не суть. Так, красная дверь. Что это такое? Что это такое? Ладно, хрен с ним. Вилли, Вули, Були. Ну, вы понял. Я просто... Вот я потому что нет. Так, желтая дверь. Нет. У нас еще синяя. Я пропустил. Ну, зеленая. Окей, зеленая база. Так. Что это такое? Что это, башмак? Что он тут забыл? Это галоша. Что может? Что тут забыла галоша? Детский рюкзак, блин, покопаться там нельзя. Джой. Джоли Вилли. Ага. Что-то в стены какие-то тут все уже убитые просто. Убитые нахрен. Так не могу вообще ничего взять. Медведь какой-то лежит. А, это медведь надо туда принести, я понял. Hi there. Hello. If anyone is watching this, please listen carefully. My name is Ethan Jenkins, okay. And I work at Joyville. Something terrible has happened, and I don't have much time to explain. But there's something important you need to know about this teddy bear. Давайте скипнем, потому что, ну, типа... This teddy bear is no ordinary toy. It has a special chip embedded in it. A chip that can do incredible things. It's a long story. I can't risk revealing it on camera because I don't know who might find it, but I can tell you this much. It opens doors. И что? It has a purpose beyond that, but I can't go into detail right now.
Ладно. Так, давайте, конечно, надо медведя приложить. Что это такое? Что это за... За глисты? Глисты. To have fun. Время веселиться. Ну, хоть это перевести в силах состояние. Так, Джой Вилли. 20... Не понял. Бля, там темнота. Да ну, я не хочу в темноту заходить, ну... Я не люблю страшилки. Я не хочу туда, просто не хочу. Что это за... Что это такое? Что это за звезды такие? Это пыль, может, какая-то? Ух! Ух! Блин. Блин, закрыли, сука. Hello, and welcome to Joyville. Добро пожаловать, Джой. At Joyville, we believe that childhood should be filled with laughter, exploration, and unforgettable memories. Давайте посмотрим. Then we've crafted an experience. О, этот глист, вот этот глист. Какое-то колесо. Что это такое-то? Приемник какой-то, музыку можно поставить. Зеленая дверь. Джой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть цветов каких-то. That's why we've curated toys that will transform your little ones into a realm of limitless wonder. Мне кажется, тут, вот что-то вот с этим вот связано тут по-любому, потому что тут слишком много кадров вот на этом. Вот. Тут цвета какие-то, видите, тут еще буквы какие-то цветные. Мне кажется, опять загадка с цветов, короче. No further than Joyville. Join us in creating memories that will last a lifetime. Давайте хоть даже до конца досмотрим. Зеленая дверь. Мне надо в зеленую дверь. Ой-ой-ой, что это было? Ладно, давайте хоть сначала посмотрим, что у нас вообще тут доступно. Рулис, это, по-моему, правило, порядок. Так. Тут должно быть. Блин, есть какой-нибудь, может, фонарик тут где-то заныкан. Что это такое? Да подобрать... Нажмите Е, чтобы подобрать тики. Давайте подберем. Что это такое? Могу сюда протиснуться? Нет. Тут еще какая-то шляпа. Что за колонна? Волны какие-то. Игрушки. Я могу их взять? Нет, не могу. Так, что-то у нас наверху есть интересненького. Ой, как больно. А, ничего. А я могу, интересно, это спрыгнуть здесь? Ну, типа, умереть. Нет, не могу. Так, ладно. Значит, это я посмотрел. Что это? О, глисты. Уменьшенные. Я что-то там. Everyone. Я люблю вот этого чувачка, видно его, это так зовут. Я люблю что-то там. It's very cool. Я веселый, наверное. Это очень весело. Наверное, это очень весело. Что-то тут люблю. Люблю. Ну, конечно, вот эти, типа, видно, очень крутой чувак, вот этот вот. Всех детей убивает, они пишут ему в записочке. Рычит. Let's have fun. Типа, иди веселиться. Что тут у нас? Тут у нас какие-то. Тут есть цифры? Нет, у них цифр нет. Тут видно, в дальнейшем мне туда придется идти. Ладно. Так. Welcome, добро пожаловать. А, смотрите, а что это за труба? Давайте сначала все посмотрим. Ну, никуда не спешим. Ну, давайте... Так, это хочешь... Это что такое? Она хочет, чтобы я туда залез по-любому. Оно следит за мной, не? Следит. Нет, не следит, извиняюсь. Так, эта штука за мной тоже не... Этот глис не следит за мной. Или следит? Нет, не следит. Так, у нас какое-то колесо. Могу я с ним повзаимодействовать? Так, музыку давайте посмотрим. А, вот смотрите, вот это солнышко и какая-то радуга. Вот радуга. Что-то надо с радугой. Смотрите, красный, оранжевый, зеленый, голубой и... Фиолетовый, скорее всего. Тут еще какие-то цвета есть. Красный, это что за цвет вообще? Это что за цвет? Оранжевый, зеленый, голубой. Типа тут загадки для умных. Так,
колесо, и я не могу никак с ним взаимодействовать. Давайте вот с этим взаимодействуем. Не понял. 5 батарейка тут есть одна. А смысл мне вот так разряжать было? Может, открылась, не? Блять, она закрыта. Давайте сейчас горочки скатимся. Почему бы, в принципе, просто и нет? Типа, никуда не спешим. Вот, давайте с горочки скатимся. Как-то оно не скатывается. Ладно, давайте залезем сейчас вот к этому чудо-юду. Как выйти его? Не, давайте сейчас не будем злать, потому что я не знаю. У меня фонарика нет. Я не знаю, как он вообще туда дальше лезть-то. А давайте хрен с ним. Так. У нас есть солнце. Солнце тут у нас желтое. Почему оно у меня тут белое? И как оно? Ну оно типа, оно ну, не нажимается вообще никак. Оно не работает. Что мне надо сделать-то, ну? Что это такое? Там было много цветов. Давайте, короче, зафотою. Сейчас я фастом вот эти вот цвета, которые тут, чтобы их... И короче, надо как-то вести, я понял. Сейчас, ребят, момент. Чтобы было как бы, ну, как проходить. Так, у нас первый красный. Красный и оранжевый. Можно еще раз показать цвета, какие тут? Во, ты что, хочешь и молчишь? Хочешь и молчишь? Ой, теперь наблюдает он за мной. Так, давайте попробуем красный. Ага, мне нужен оранжевый. Блять, этот или тот? Это оранжевый или желтый? Давай попробуем вот этот цвет. Ага, дальше идет у нас зеленый. Вот этот зеленый или который ниже? Давайте это дропнем. Дальше голубой мне нужен. Нет, стоп, вот этот зеленый. Вот этот зеленый мне нужен. Вот этот зеленый мне нужен, да? Он? Так, народ, я умер. Просто я не знаю, какое количество раз я попробовал все зеленые места, которые были похожи. Я не понял, почему у меня не срабатывает. Вот, ну потом в конце, я, короче, попробовал цвета вот этого вот. Вот этих вот, ну я думаю, типа, вот этого говнеца я попробовал цвета, и у меня получилось. Вот этот вот, желтый. А на зеленом я слил опять. На зеленом я слился. Вот, ну, тут, конечно, надо не вот эти вот цвета, тут, на самом деле, все очень просто. Я куда-то, зачем-то я начал туда, короче, вот они тут висят, тут все очень просто должно быть. Ну, не для меня. Мы сейчас сделаем красный, оранжевый, желтый. Блин, у меня уже галерея, вы видели, как у меня сейчас галерея? У меня просто галерея, там уже просто миллион фотографий вот этого. Я не успел. Успел? Сука, я не успел. Я слил, понятно. Я не успел. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Угу, блять, просто триндец. Оранжевый нужен, да? Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Так, мне нужен оранжевый.
оранжевый находится ровно сбоку. Потом нужен желтый. Каждый охотник. Подожди. Давай еще посмотрим. Значит, мне нужен оранжевый, желтый. Потом зеленый. Значит, оранжевый. Вот он. Здесь ведь, да? Оранжевый. Правильно. Сейчас должен быть желтый. Вот он, желтый тут. Желает знать. А каждый охотник желает знать. Потом будет зеленый. Потом мы ищем зеленый. Это правильно. Потом нужен вот этот зеленый. Блин, хоть бы был бы он. Желает знать, где. Потом голубой. Потом голубой ищем. Потом ищем голубой. Правильно. Голубой, 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 голубой. Вот этот вот. Надеюсь. Каждый охотник желает знать, где. Потом, потом синий. Потом синий. Правильно. Синий ищем. Вот он, синий тут. Ага. Каждый хоть желает знать, где сидит потом фиолетовый. Фиолетовый сейчас ищем. Ищем фиолетовый. Вот он, фиолетовый тут у нас. Пикнул. Сколько я времени просрал, я пытался вот это вот сделать. Поэтому тут, тут просто все гениально было. Вот гениально. Я же говорил, радуга. Вот радуга. Надо было... Забейте. Что за подстава? Откройте, сука, двери мне. Что тут происходит вообще в этом... В этом месяце, что тут настолько все плохо. Ты чё? Я испугался. Чё, меня прям пошатнуло. О, фонарик. Мне сейчас придется бегать от этого. Глаза, глаза. Там глаза были, туда свети, дурик. Глаза? Не-не-не, блин, я не хочу туда. Сука, я упал. Это бездну. Как вообще не перелом? А смысл мне включать фонарик? Я не хочу туда идти. Давайте сюда пойдем. Там бункер. Опасно. Да мне пофиг, открывайте двери, сука. Кроврома заходит в здание. Эти глисты тут, они, короче, повсюду, я понял. Типа пасхалка, но то, как они у нас ползают внутри нас, да? В темноте. Что это такое? Это слизь. А куда этот? Куда этот уполз? Ну вот, стрелочки особо для одаренных. Что? Блин. Что с ним не так? Куда мне? А. Блин, видимость нулевая на самом деле. Ушел отсюда, сука. Куда он уполз?
меня ноль, я не смогу открыть дверь. Ну, давайте обратно включим. Это что у нас тут такое? Мишку сюда? А, энергии нету. Обесточено, я понял. Так у меня мишка разряжен, я не могу его зарядить. Рубильник оторвали, дебилы. Вот, есть вот рубильник. Ага, значит, мне надо... Я, конечно, мне надо найти рубильник, ну, тут хрень от рубильника. Чтобы я... Чтобы я сюда запихнул своего мишку. Собака чихает. Будь здорова, собака. А так не получится, не? Нет, нет, так не получается. И где мне искать его? Я могу стеллажи двигать? Был бы я в реальном... В реальной жизни я вот эту херню бы убрал бы отсюда. Ну вот она висит. А как мне туда зайти? Я типа должен лестницу какую-то сейчас сооружить тут. Ага. Блять, геморрой. Вот так вот. Ну возьмись ты. Прикалываешься? Оно не берется, во. Оп. Опа. Но этого мне не хватит, ясен хрен. Ну вот. Ты, блядь. О, сука. Раз. Как мне поставить? Блять. Это. Да, слава богу, хватило этого. Рубильник. Это что за дверь? Ничего необычного, все как всегда закрыто, нахрен. Оп. Все супер. Рубильник есть. Мишку. Воскрешают его. Хоть бы сейчас за 100% зарядился, чтоб не было гемора, и было бы тогда вообще все супер. 30-33. Я, конечно, не надо смотреть сюда сейчас. Не дай бог, как это. Что за темный угол такой? Тут же ничего нету сверху, правильно? Блин, как-то надо прижаться к стенке, чтобы не унесать. Как сейчас суя. Сейчас еще 10 лет тут будут висеть. Забирай мишку, дебил. Спасибо. Не хочет мишку он брать. Так, повари это. Окей, пойдет. Энергия не потратилась, удивительно. Короче, вот эти, ну, они все закрыты, это ясен хрен. Какие-то... На камерах никого нету. Быстро лифт проехал. Доехал. Стоп, а что там у нас? А что там у нас сверкает? Блин, надо было посмотреть, что там сверкает. Ладно, хрен с ним. По-моему, я тут и вышел. Тут, точнее, зашел. А, уже 90%. Смотри, он сам с собой садится, что ли? Я не понимаю. Это уже называется тут Black Rooms, да? Evil, evil, evil. Evil. Это, по-моему, ужас. Это червяки, блядь, опять. Не смогу сюда? Нет. Мне нужен кролик. Дверь у нас. Ясно.
Блять, я не дебил. Уезжай. Блять, не, она не хочет уезжать. Опять битка теми начинается. Что опять за теми начинается, алло? Я не хочу играть в тьме, мне страшно. Я упала. Не хочу играть в эту игру. Что это такое там? Здесь не. Что это такое? А, это эта штука. Так, залезаем к тебе. У меня выбора нету. Червяк исчез. Я не хочу туда. Я не хочу, видите? Верните меня сюда, пожалуйста. Я не хочу туда идти. Да я не могу. Жди, я могу кто-то в эту дырку вспрыгнуть, не? Во. Уи. Нет, не могу. Что это требовалось доказать? Я показал, что он. Стоп, а ну-ка. Солнце защитные очки одел, короче, прямо я его не слепил. Давай, я не хочу туда идти. Не, ну, не, ну, слушайте, вроде игра не страшная. Вроде... Что это? Ты чё? Беги, беги, беги! Все, жопа, я не могу бежать, я не могу бежать. Дверь-то закрыта? Сука. Ну это слив просто, мне просто делать больше нечего. Ну просто, а как мне? А куда мне? Короче, это я посмотрел, я сейчас, вот признаюсь, я посмотрел, как это говно проходить. Я посмотрел, короче, я сделал почти правильно, надо просто было забежать в другую, короче, эту горку, вот, и там просто сидеть, и он уйдет. Займемся, потому что больше делать нам нечего, правильно? Я как раз я посмотрел, где лучше всего остановиться, вот. Сейчас, значит, после этого уже остановимся. Значит, смотрите, сейчас я иду сюда, вот. Он как бы спрыгивает. Блин, страшно, как первый раз. Мне просто реально там внутри такая, типа, волна происходит. Сюда просто заходим, короче. И все. Он подходит, смотрит на нас. Пытается дотянуться, но это робот, это робот. Все, свет врубился, мы можем выходить. Вот так вот, ребят. А я пытался. А я думал, что его надо, короче, обмансовать вот так вот. И все. А оказывается, эта дверь она закрывается. Это очень прикольно, на самом деле. Так, ребят, ну... На этом. Давайте чего-то тут сюда сейчас вставим, потому что сейчас будет вообще происходить. И, короче, все. На этом, ребят, мы с вами заканчиваем данное приключение. В данной игрухе.
ставьте лайки, пишите комментарии, будет продолжение этой игрухи. Игруха мне понравилась. Игруха интересная. Я испугался. Я реально попугался, ребят. Поэтому давайте, ребят, ставим лайки, пишем комментарии, и будет вам продолжение. Но, ребят, на сегодня, к сожалению, это все. Всем спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующих роликах. Не забывайте делиться этим видео с друзьями. Ну, а на сегодня, ребят, всем пока-пока.